соль изъята, ну то есть наркотики изъяты, 500 грамм. Где-то вот часть папки отсмотреть, не помню. Сообщите, пожалуйста, обстоятельства вашего задержания. Привез на гараж две бочки этого курсора, прикурсора. Для чего они были предназначены? Для изготовления наркотических средств. А кто занимался развозкой товара? Я. Курьером, да? Да. А куда вы его доставляли? В лесополосу. Ну, область, район. Постоянно разные места были. Уголовная ответственность привлекались? Нет, были? Нет. Закон не нарушал никогда до этого. Известно ли вам, за что вы задержаны? Известно. За что? За производство наркотиков. Конкретно у вас какая роль была? Конкретно у меня роль? Ну, как бы конкретной роли не было, но я помогал изготавливать непосредственно. И за ингредиентами ездил, бывало, в лес. Какая ваша роль была? Подай, принеси, унеси. Ну, что именно? Химикаты. Канистры, бочки я заносил им туда. Так, ну, вы свою вину признаете? Да. В совершении преступления, да? Да. А вы знали, что противоправной деятельностью занимаетесь? Да.